автор экенин мен билбеймин, бирок анын колдору ал келишимдерде жок болуп чыкты. Следствием пока не установлено. Если юридически будет установлено, что где-то ответственных местах Акылбек Жапаров будет подписывать, или это он будет продвигать, то есть совместно с этими коррупционными чиновниками производить работу, мы его будем привлекать к ответственности. Я. Ну, не то, что сурака чакырылат. Керек болсо камайбыз. Эгерде Акылбек Жапаровдун конкретно ошол жерде күнөөсү боло турган болсо, биз аны аябай турбайбыз. Эч кимди аябайбыз. Кто привлечен, кто вовлечен в данные коррупционные дела, Кунтуровский, всех можем посадить. Вот вы сами знаете, вот, насколько вам хорошо известно, в данный момент сидит экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов. Никто не думал, что Өмүрбек Бабанов кто-нибудь посадит. Может даже. Даже посягнуть может. Все думали, его никто не может трогать. А мы патронили, потому что у него есть конкретные эпизоды по коррупционным делам. Есть конкретные эпизоды по Асылбеку Жээнбекову. Тоже все думали, что Асылбека Жээнбекова никто не может трогать. Он является братом президента. Нет, его тоже посадили. Зулпукарова и других. Если Акылбека Жапарова тоже выявится какие-то причастности к каким-то коррупционным делам по Кунтору, мы его будем привлекать к ответственности. Вопросов даже не может быть.